Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что у вас происходит. Значит, и попробуем сформировать для вас некие рекомендации, которые бы помогли вам выйти из вашего состояния, да, из кризисного состояния. Итак, вы говорите, что у вас с вашим мужем все хорошо. Мы очень любим друг друга, и все это замечательно, но два раза в год у него обострение какое-то, и появляется навязчивая идея фикс со мной расстаться. Значит, ну давайте сразу вот попробуем разобрать именно этот момент. Значит, во-первых, навязчивая идея, это всегда определенные, застарелые, может быть, переживания, часто, которые человек, может быть, даже не осознает, но которые проявляются вот именно так. То есть, навязчивые идеи – это следствие определенных переживаний и следствие определенных потребностей человека. Если это происходит два раза в год, обострение, значит, именно два раза в год с человеком что-то происходит. Скорее всего, это некий ассоциативный ряд, который запускает определенные переживания в жизни человека, определенные эмоции в жизни человека, определенные обстоятельства в жизни человека. И в результате он начинает вот чувствовать то, что чувствует. Соответственно, первое, что нужно сделать, это проанализировать то, что запускает механизм вот этот вот. Механизм этих переживаний. Нужно понять, что именно вашего мужа беспокоит. И самое главное, как он подает вот эту вот свою мысль о том, что он хочет с вами расстаться. То есть, говорит ли он вам, например, о том, что... Ты знаешь, дорогая, я, например, от тебя устал. Или ты знаешь, дорогая, я, например, хочу, допустим, расстаться с тобой. Потому что я, например, боюсь, что недостоин тебя, допустим. То есть вот нужно постараться вот этот вот момент понять, что ваш муж, как именно он подает вот эту вот самую свою идею, в каком контексте, понимаете? Потому что если он говорит, что, например, ты мне надоела, допустим, если он говорит так, то ты мне надоела, то это, скорее всего, означает то, что действительно вам не хватает эмоций, вам не хватает переживаний, вам не хватает каких-то вот ощущений ярких, действительно. Если он говорит так. Если ваш муж, например, говорит о том, что я тебя недостоин, и что ты, например, найдешь кого-то лучше,
то это другой момент. Это момент уже связан, например, с тем, что человек в себе не уверен. Да, то есть это уже другая сфера, и об этом можно говорить немножечко отдельно, да, то есть если вот мы говорим о человеке, который в себе не уверен, то, соответственно, здесь несколько иные моменты, здесь несколько иные черты. Но вы действительно не говорите, вы действительно не объясняете, не раскрываете вот этот момент, как вы, именно ваш муж подает вот эту вот самую идею о том, что он хочет с вами расстаться. И тогда получается, в итоге, получается три основные причины, которые заставляют вашего мужа так говорить. Три основные причины, три основных момента. Первый момент – это момент, связанный с тем, что у вас действительно слишком сытая жизнь, и нет никаких вообще трудностей, нет возможности проявить себя как мужчину, ему как мужчине нет возможности себя проявить, а вам, может быть, нет возможности проявить себя как женщину по отношению к нему. Вот. Либо мужчина не уверен в себе, и это тоже отдельный момент, что мужчина не уверен в себе. И, собственно говоря, последнее — это некие обстоятельства из прошлого, которые навевают его на эти мысли. Но, опять же, что именно, сказать нельзя, потому что нет никакой информации о вас. И я надеюсь, что вы это понимаете. Потому что, если нет никакой информации о вас, то, соответственно, нельзя ничего и проанализировать, как сказал вам коллега мой. Далее, значит, подскажите, пожалуйста, как нормализовать наши отношения в столь кризисные для нашей семьи моменты? Во-первых, если уже на протяжении, скажем, нескольких лет стабильно, стандартно, два раза в год человек вот так вот себя ведет, да, значит, скорее всего, переживать здесь вообще не о чем, потому что это для него, знаете, как такой ритуал, да, то есть вот слишком все хорошо, слишком все спокойно, нужно какое-то разнообразие, вот, и, собственно, человек это разнообразие как бы себе дает, как умеет, да, так он это разнообразие и, собственно, вносит, как умеет, так и вносит разнообразие, вот, и здесь, конечно, можно сколько угодно говорить о том, что это неправильно, сколько угодно можно говорить о том, что так нельзя, но тем не менее. И если раз за разом перепады настроения завершаются, допустим, по одной схеме, то я полагаю, что в этом контексте вам просто нужно повторять, своего рода такую, знаете, дежурную фразу о том, что я тебя люблю, дорогой, я тебя не отпущу никуда, я тебя не брошу там, всякое такое в таком вот духе. То есть, грубо говоря, не принимать вообще его всерьез его слова. Я, кстати, забыл сказать еще одну возможную причину, то, что ваш муж вполне может хотеть того, чтобы вы ему доказали, что вы им дорожите.
ваш муж, он может хотеть того, чтобы вы ему донесли до него, что что вы им дорожите, что вы его цените, что он вам дорог и так далее. То есть он хочет, чтобы вы его так вот, знаете, как сказать, позавоевывали немного, да, вот, ну, такая вот, может быть, его реакция, то есть недостаток вашего внимания, именно женского, может быть. И если так, то вот ваше поведение в этом случае, оно, ну, как-то вот идеально совершенно все бы объяснило, да, то есть оно дало бы вашему мужу именно вот то, что он хочет. Вот. А хочет он, соответственно, всего. Хочет он, соответственно, только вашего внимания. Вот это вот то, чего ему не хватает, да. Вот. Ну, в принципе, здесь вам как бы ничего особо не сделать. На самом деле, потому что, ну, здесь вы бессильны. Если, значит, у вашего мужа запускает вот это вот это состояние как какие-то обстоятельства, то, соответственно, нужно как-то их выяснить, нужно с ним поговорить, когда у вас все хорошо, когда идиллия, просто вот сесть с ним и спокойно обсудить, как вот, дорогой, вот. Есть вот такая проблема, а что? Ты 2 раза в год говоришь мне, что хочешь со мной расстаться. Вот. Я тебя очень люблю, но мне это неприятно. Да, мне неприятно то, что ты вот хочешь со мной расстаться. Вот. Давай, пожалуйста, вместе с тобой подумаем, что вообще это значит. Потому что, ну, как-то вот это вносит определенную дестабилизацию в наши отношения. Я же не знаю, а вдруг ты однажды решишь это сделать, правда? Вдруг ты однажды решишь и правда со мной порвать. Вот. Я тебя люблю, конечно, очень сильно, и знаю, что ты меня любишь, но вот такое поведение, оно меня как-то вот дезориентирует. И вы можете совершенно спокойно этому мужчине донести, поверьте мне, вы находитесь здесь в своем полном праве. И вот вместе с ним подумайте, если не сможете додуматься, ну, тогда, соответственно, обращайтесь уже к психологам, например, вот на ресурс обращайтесь, к нам, чтобы прям вот постараться разобраться с тем, что происходит, постараться понять, что вообще такое, почему так происходит, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а иначе просто не получится, понимаете? Вот. И этот мужчина делает это, например, потому что, допустим, потому что он, ну, например, не уверен в себе, да, такая вот причина, то, соответственно, с этим тоже нужно разбираться, почему он не уверен в себе. Нужно разговаривать с ним, опять же, узнавать, почему он в себе не уверен, как это неуверенность в себе проявляется, что заставляет человека испытывать неуверенность в себе, несмотря на то, что вы, значит, ну, несмотря на то, что вы вместе. И опять же, здесь нужно донести тому же такую вещь, что если ты пойми, то что если ты в себе не уверен, то и я в себе не уверен тоже. Из-за этого, и из-за тебя. А я не хочу быть неуверенным, я хочу быть уверенным в себе и уверенным в своем мужчине. Вот. Поэтому давай как-то вот подумаем с тобой вместе о том, почему же все-таки вот ты себе не уверен. И это вот тоже довольно такой, ну, плохой вариант для вас, чтобы понять, что вообще происходит с вашим мужем. Вот. Но прежде чем выбирать подобную модель поведения, прежде чем действовать подобным образом,
Я бы вам рекомендовал бы в обязательном порядке сначала проанализировать ваши отношения вообще как таковые. Потому что если ваш муж был всегда таким, и вы до какого-то момента принимали то, что как он вот себя ведет, если вы до какого-то момента принимали, как он вот ну, себя позиционирует, если вы до какого-то момента принимали то, что с ним вот происходит, то будет странно много, если вы не будете этого принимать. Он скажет, ну а как так? Почему? Раньше ты принимала это и спокойно, а теперь ты во мне не уверен. То есть получается, что что-то вас поменяло, да? Вот. Значит, то есть вот тут нужно вот с такого подхода смотреть и нормализовать отношения. Ну, самое главное не обострять. То есть вот однозначно правильным решением здесь будет не обострять. То есть чтобы в этот момент вы как-то вот ну не участвовали в конфликтах, чтобы в этот момент вы как-то, знаете, не находились в конфликтной ситуации, чтобы именно в кризисное время не провоцировать своего мужа. То есть вот провокация — это то, чего определенно стоит избегать. Вот. Провокация — это то, что может ваши отношения разрушить. Но в остальном, в принципе, я вам сказал, и думаю, что вряд ли здесь можно прям вот что-либо еще добавить, потому что действительно довольно мало информации вы предоставили для анализа. Вот. В принципе, если у мужа проблемы, если у мужа проблемы, то не совсем понятно, почему вы обращаетесь за помощью. Как бы если муж не хочет решать проблему эту, если вот вы считаете, что есть проблема, а он считает, что проблемы нет, то все бесполезно, он не будет ничего менять, в любом случае. И тогда ваше обращение бессмысленно. Все, что вы можете сделать, это вы прислушаться к рекомендациям, которые мы вам дали. Далее. А вы говорите, что вы совсем не ссоритесь и не ругаетесь, это, конечно, плохо. Плохо это, конечно, не в том плане, что вы обязательно должны ссориться и вы обязательно должны ругаться. Так, конечно, нет. Но то, что ссоры объективно должны быть, или хотя бы споры должны быть, или хотя бы просто вот некое такое, знаете, некое поле для выплеска каких-то вот своих эмоций, для выплеска своих переживаний и мужу, и вам, оно все-таки должно быть. И это же своего рода разрядка. Поэтому тут вы не ругаетесь, тут вы не ссоритесь, ну, хотя бы, да, знаете, никаких конфликтов между вами не происходит, да? Это говорит о том, что никто не отстаивает свою позицию, как бы. А если же никто свою позицию не отстаивает, то откуда возьмется тогда эмоции, откуда возьмется тогда спокойствие? Спокойствие – это разрядка, а разрядки нет. И как бы именно по этой причине, по причине того, что разрядки нет, ну, вашего мужа может и может клинить как раз. Вот. То есть, по моему мнению, как это видится мне, да, вам нужно, чтобы вот муж как-то разрядался, чтобы вы как-то все-таки ссорились, как-то вот именно, чтобы вы как-то выражали свои эмоции, да, и если муж этого не делает, то нужно подумать, как бы он мог это делать. Потому что личность, свой выбор, его нужно отстаивать, да, его нужно отстаивать, хотя бы периодически показывать, что вот
есть грань, вот есть моя граница, граница того, что, например, я делаю, граница того, что ты делаешь. И как бы это нормально, что люди отстаивают друг друга. Потому что жить в унисон, это, ну, довольно скучное ощущение, что живешь как будто бы сам с собой, понимаете, то есть ссоры, какие-то вот перепалки, они должны быть. Они должны быть. Вот, то, что у вас их нет, это говорит о чрезмерной рафинированности отношений и некой их безэмоциональности. То есть эмоциональность – да, всплеск. И эмоциональность – это нормально, естественно, в разумных пределах. А тут вы говорите, что у вас нет ссор, это прям какая-то механизированность в отношениях. Вот. Я, конечно, утрирую, может быть, но и вы точно так вот представляете все, как будто у вас там вообще прям идеальная просто семья, вот, и из-за того, что семья идеальная, вы, в общем-то, имеете такого вот невротического мужа. То есть, это ощущение, что ваш муж, понимаете, вам хорошо, вот именно вам, вам вообще хорошо, у вас действительно есть вообще все, что нужно, вас все устраивает. А вот он нет, ему нехорошо, его устраивает далеко не все. И из-за этого, собственно, и проблемы, как раз, из-за того, что его устраивает далеко не все. Вот так это видится мне, по крайней мере, что есть определенные, значит, переживания у вашего мужа, и отсутствует возможность эти переживания реализовать. Вот. Реализовать он это не может. И, соответственно, из-за того, что он не может это реализовать, вот отсюда и проблемы у него. Вот. Ну, или подумать, что это за желание, может быть, он хочет мужчиной себя почувствовать, может быть, он хочет как-то почувствовать, что потерять, например, вас может. Как бы это вот не звучало, да, то есть нужно вот какую-то изюминку вносить в отношения, нужно какую-то изюминку вносить, это однозначно, вот, то, что вы этого не делаете, это, ну, это скорее негатив, чем позитив, потому что мужчина должен постоянно быть в тонусе, мужчина должен быть постоянно озабочен, он должен быть озабочен, например, там, вашим благосостоянием он должен озабочен, он должен быть озабочен, например, тем, что как сделать, например, так, чтобы у вас было, например, ну, то, чего вы хотите, да, то есть вот такие все вещи. И здесь вы можете, в принципе, действительно подумать над каким-то раздельным досугом, вы можете подумать над тем, чтобы каждый проводил времени там, ну, самим собой, да, то есть, чтобы не были там 24/7, постоянно вместе, и так далее. То есть, вот такое вот что-то можно подумать, такое что-то можно придумать. Вот, то есть, вариантов на самом деле довольно много. Главное, чтобы вы выбрали для себя, какой подходит именно вам. Потому что здесь, конечно, нужно, чтобы, ну, нужно, здесь нужно, чтобы вы как-то все-таки к вопросу подошли очень деликатно, потому что отношения можно и разрушить тоже. И вот, понимаете, важно именно соблюсти баланс между тем, что вы, с одной стороны, пытаетесь отношения освежить, а с другой стороны не даете им перерасти в другой полюс, да, то есть в полюс постоянных ссор. Этого, конечно, тоже делать не нужно. Но опять же, для того, чтобы это сделать грамотно, нужно понять, что именно вообще
что именно мужчине нужно, что именно мужчина хочет, потому что пока этого понимания нет, можно только гадать. Но вообще становится ощущение, что это, вот знаете, вот как в Вене Фрейд, да, вот, работая с определенными категориями граждан, которые вроде бы не имели таких каких-то серьезных проблем, он, тем не менее, находил у них большое количество неврозов, скрытых расстройств и так далее. Вот. Ну, это вот очень похоже на вашу ситуацию. Вот. Если это все серьезно, то вам нужно обратиться к психологу приватно, и чтобы муж поработал с психологом. На самом деле, не следует ставить цель именно вот найти какую-то причину. Я бы предложил бы просто поговорить о нем, о его чувствах, потому что очень часто бывает такой вот перекос в сторону партнера. То есть говорим постоянно о партнере, а о себе вообще не думаю. Вот это вот, мне кажется, не есть хорошо. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.